Чем строже и безжалостнее ты осудишь себя, тем справедливее и снисходительнее будешь судить других. Приветствую вас, познающие истину, вечерними субботами с соседом. С вами Федорович. А в этом видео я бы хотел, чтобы вы отбросили все догмы и предрассудки и попытались понять и простить мастеров, которые занимаются тем, что считают правильным и нужным. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей, так же, как и пользу или вред от любого единоборства. Но в нашем мире есть ребята, которые точно знают, что нужно делать для того, чтобы быть мощным, как носорог, и нерушимым, как скала. Все не то, чем кажется, но и не наоборот. А я хочу вам показать новую технику нашего многоуважаемого седовласого мастера, который в свои-то годы исполняет ярче, чем большинство 30-летних паралитиков с пивными животами. В общем, если у вас где-то завалялась парочку серпов, то эта техника точно для вас. Работа с серпами. Делаются блоки и наносятся удары поражения. Поражается втыканием или же обрезанием. Блок делается вот так или книзу. Показываю. С передвижением. Вперед блоки как делается. Наносится блок, заход, обрезание. Блок, заход, обрезание по низу и по верху. Передвижение. Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый. А мастер всегда имеет учеников. Значит, если у тебя есть ученики, ты мастер. Для многих из вас это может быть невероятно, но наш любимый вырыватель ребер проводит семинары и нашел себе последователей. А значит, очень скоро наш мир захватит невероятная армия убийц. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Смотри, тебя схватили, и с тобой начинают бить. Натянись. Значит, смотри, из-за того, что ты делаешь вот это движение, да, тот, который сзади тебя, он думает, ты его сейчас головой будешь бить, да? Он начинает свою голову, ну, что-то с ней делать. Либо отводить в сторону, либо еще куда-то. Но в любом случае, он обычно реагирует. Смотри, вот я ты начал натягивать, но натягиваешься не головой ни в коем случае, а только кадык дадут, а натягиваешься именно структурой. И вот это оно, и смотри, что получается. Конечно. Смотри, я, нет, еще, смотри, я сейчас расскажу.
того, что я вот здесь натянулся, мне очень удобно согнуться, правильно? А из-за того, что я согнулся, очень удобно задавить. То есть очень удобно таз включить. Ну, грубо говоря, очень удобно на вас есть. У меня получается сплошная экономия. Вот еще раз, мое, чуть быстрее. Один хватает, второй берет. Оп, видишь, что получилось? Раз, где-то там другое интересно работает, да? Тоже, ну, вообще вот наглухо обхватили. Ну, так-то понятно, да? А вот наглухо обхватили, да. И начинают он тебя, да. Ну, давай. Оп. Еще раз смотрю. Обхватили, да? Можешь даже меня в воздух, смотри, вот он тебя в воздух поднимает, так, ну здоровый парень там попался. Ты только поднимай, ты вот. Ладно. Это шутка. Шутка считай была. Еще раз. Смотри, давай еще поднимай. Приподнимай. Можно с ним раз, колпишь. Да. Потом смотри. Да. И он на него кидаешь просто. Главное не теряться в этих моментах. Тот же момент очень интересный. По плечи. Ну там. Я специально здесь показывал все-таки. Ты меня вот взял, приподнял. Да, а ты начинаешь бить. Видишь, как? Вот. Жизнь как рояль, черно-белые клавиши и крышка. А техника мастера как лотерея. Сработала, убил врага, не сработала, убили тебя. Я, конечно, не мастер в борьбе, но всегда думал, что любой бросок начинается с подхода, с работы ног, с хорошего захвата, с вкручивания корпуса, с подседа. Но оказывается, я очень глубоко ошибался. Все дело в работе кистей. Я прошу борцов прокомментировать эту технику. Неужели пришла новая эпоха борьбы, и эти ребята завоюют все медали на всех пьедесталах? Видно, разматываю. Для чего? Чтобы запустить, да, кость? Олег, лови, потихонечку. Ага. Если я сейчас буду делать, и вот этой ногой сюда прилетит мне в лоб, да. Значит, вот я что с Олегом делал? То есть вот, смотрите, вот. Я то же самое делал. Ну, а, видно нога как? Вот этих колен нет. Так можно уже тут и ориентироваться. Так, сяк. Посмотри. Оп. И нога вот эта, смотрите. Оп, она осевает. Тогда я смогу перевернуть. А теперь, смотрите, ошибочку делаю. А, делаю раз. Эх! Ну, я и так все равно сделаю. То есть я умею. На последнем там... Но сами хватит меня, она так и не... А у тебя вот здесь уже перекос был, вот так и что должен делать? Вот, в этот момент ты должен чуть-чуть вот и остаться. А у тебя все равно соблазн вот это делать. А руки работают, смотрите, вот. Одни руки, видно? А корпус при чем здесь, смотрите, видно? А корпус не при чем, лежит. Корпус работает? Нет. Нет. Значит, работает вот. А корпус работает, вот у меня руки были. Даже если пути не одинаковые, не стоит составлять совместных планов. Но даже если кимоно и техника из разных единоборств, ничего страшного, можно их слепить вместе и показать чудеса. Слово должно быть верным, а действия решительными, особенно против огнестрельного оружия.
Я знаю, наверняка вам много раз говорили, что против пистолета, автомата и пули вообще защититься нельзя. Но так говорят только слабаки. Если на вас наставили огнестрельное оружие, сразу делайте этот прием, и победа вам обеспечена. Another defense move against a guy with gun, rifle, any weapon, no problem. Here's the key. When I do row and move, it's very hard to shoot someone who do row. So I start here, I see he's shooting at me. So I'm gonna row so he cannot hit me. I row very fast. Come here, kicking the balls. Come up fast, control the head, drop him down, and start kicking, hitting. Каждый человек по-своему прав, ну а по-нашему нет. Ну а напоследок я хочу вам показать старца-китайца, которому все хотят попасть в ученики. Ведь он как нельзя лучше символизирует тот образ великого учителя, который мы так все жаждем после просмотра фильма о кунг-фу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, что вас удивило, а что поразило больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силой вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке в описании, возле кнопки подписаться. Увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. Или поддержите канал любой суммой по ссылке. А если вы хотите провести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.